Привет всем! Во времена Второй мировой войны на территории Германии действовало много известных сейчас производств. Но я решил уделить внимание крупному и, как мне кажется, забытому сейчас производителю военной техники – Круппу. Его история начинается в XIX веке, когда Фридрих Крупп основал сталелитейный завод. И с тех пор основной отраслью производства являлась сталь. В середине 19 века предприятие освоило бесшовные железнодорожные колеса, и в 1875 году у завода появилась эмблема – три сплетенных кольца, которые символизировали те самые бесшовные железнодорожные колеса. Получив эмблему и официально став фирмой Krupp, Фридрих Krupp AG, началось активное расширение производства и постройка новых заводов. Со временем главной продукцией которого стали артиллерийские орудия, спрос на которые рос во времена Франко-Прусской войны 1870-71 годов. В те времена основное производство находилось в Эссене. Во времена Первой мировой войны все производственные мощности были направлены на производство военного назначения. В больших количествах производились артиллерийские системы и железнодорожные артиллерийские системы, такие как Самсон, Бруно, Макс и знаменитая пушка Париж, также известная как труба Кайзера Вильгельма или Колоссаль. Это сверхдальнобойное длинноствольное 210-миллиметровое орудие на поворотном лафете. При помощи этого орудия в 1918 году немецкие войска обстреливали Париж. Также в больших количествах производились грузовики Krupp Daimler, выпущенные в начале войны. Автомобиль Лафет КД1 Krupp Daimler с двигателем мощностью от 80 до 100 лошадиных сил продержался на вооружении более 20 лет. В межвоенное время производство концерна в основном затрагивало автомобилестроение, в основном благодаря тому, что перевозки играли важную роль в немецкой экономике. К 1930 году предприятия концерна Krupp предлагали один из самых широких спектров грузовых автомобилей в Европе. Также в те годы в Эссене был открыт новый завод по производству автобусов. С приходом к власти нацистов вся концепция производства Krupp снова становилась военно-ориентированной. И к концу 30-х годов концерн стал одним из крупнейших поставщиков продукции для германской армии. С 1939 года на предприятиях Krupp, расположенных в Эссене, было прекращено любое гражданское производство. И в период с 1936 по 1939 года большинство заводов тяжелой промышленности до локомотивостроения, производства сельхоз и текстильной техники были также переоборудованы на производство военной техники, в основном танков и артиллерии. Многие периферийные заводы, такие как Krupp Grузунверке, Эльмак, расположенные в разных частях Германии, были переквалифицированы на создание боеприпасов. Во времена Второй мировой концерн Krupp производил танки, самоходные артиллерийские установки, артиллерию, артиллерийские тягачи, пехотные грузовики, разведывательные и штабные автомобили. С начала войны концерном Krupp было расширено артиллерийское производство, в числе достижений которого было создание самых больших орудий в мире – это Дора и Густав. По всей видимости, тяга к гигантизму осталась еще со времен Первой мировой. На заводах в Эссене, Магдебурге и Эльзасе были созданы артиллерийские орудия, применявшиеся на танках и самоходных артиллерийских установок модификаций Panzerkampfwagen 1, 3, 4, Sturmgeschütz 3, 4 и многие другие модели бронетехники, которые широко использовались в германских войсках. Также концерн Krupp создал не менее известную пушку, чем Дора или Густав. Речь идет о знаменитой 88-миллиметровой пушке, или как ее еще тогда называли, Acht-Acht. И сейчас вкратце о нескольких ее модификациях. 88 мм Флаг 18 или Флаг 36. Вообще аббревиатура Флаг обозначает Flugabwehrkanone или буквально зенитная пушка. Также была модификация КВК-36 или Kampfwagenkanone, основная пушка для танков. И несмотря на сходство с пушкой Флаг, некоторые источники относят ее к параллельному ответвлению с очень похожими характеристиками, а не к производным от Флаг-36. КВК-36 – это танковая пушка калибром 88 мм с электрическим воспламенителем, электрозапалом,
которая стояла на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны и являлась основным вооружением танка «Тигр» Панзеркампфваген 6. Пушка КВК-36 была одним из самых удачных образцов танковых орудий своего времени. Высокая носительность траектории обеспечивала возможность поражения цели даже при неточном определении дистанции. На испытаниях в британской армии удалось добиться 5 последовательных попаданий в мишень размером 50 на 40 сантиметров с расстояния в 1100 метров. На то время, как мне кажется, это можно считать пределом совершенства. Также последующие модификации. Флаг-37, обновленная версия Флаг-36, основное отличие которой заключается в усовершенствованной системе передачи данных и управления огнем. ПАК-43, Панцерьягер-канон, это немецкая 88-мм противотанковая пушка. Термин ПАК, Панцерьягер-канон, в переводе дословно означает «пушка охотников на танки», является стандартным наименованием для всех немецких орудий этого класса. Ранняя аббревиатура ПАК до 41 года расшифровывалась как Panzer Abwehr Kanon, и индекс соответствовал году выпуска. Варианты ПАК-43 использовались для различных САУ, а также танков. Например, этими оружиями, пушками вооружались самоходки Носхорн вариантом ПАК-43-1, истребители танков «Фердинанд», ПАК-43-2 или ранее 43-1, и «Ягд-Пантера», ПАК-43-3. Также тяжелый танк «Панцеркампфваген 6 Аус Б» или «Тигр-2», «Королевский тигр», пушкой КВК-43. И это далеко не вся артиллерия, которая производилась на предприятиях Крупп. Про достижения Круппа в постройке артиллерии можно делать целый цикл видео, но так как мне больше по душе грузовики, сейчас обращу внимание на них. Крупп L2H43 или L2H143. В 30-м году автомобильному отделению Kraftwagen Fabrik Фридрих Крупп АГ выпала возможность выполнить крупный заказ на автомобильные тягачи с колесной формулой 6х4 для буксировки легкой артиллерии массой до 1 тонны. Изготовление первой партии новых тягачей началось в 1934 году, и первые прототипы не имели характерного скошенного капота, так как первоначально должны были стоять на них дизельные агрегаты. Но с ними не заладилось, и были установлены оппозитные 4-цилиндровые двигатели объемом 3308 кубических сантиметров и мощностью 55 лошадиных сил. Так как такой мотор не требовал водяного охлаждения и, соответственно, не имел радиатора, автомобиль получил свою узнаваемую форму в виде короткого капота и компактной решетки радиатора, за которыми, из-за которых в армии за ними закрепилось прозвище «носатый». Машина имела очень прогрессивную конструкцию, независимые подвески задних колес и гидравлические тормоза, как для того времени. Начиная с 1937 года, после происшедшей модернизации, автомобильный тягач Krupp Proza стал выпускаться с 60-сильным мотором и получил обозначение L2H143. Машина была в многих модификациях. Рассмотрим несколько из них. КФЗ-19 – это мобильный телефонный узел связи. КФЗ-21 – командирский штабной или представительский кабриолет на шасси L2H143 с открытым четырехдверным кузовом. КФЗ-68 – это мобильный радиоузел. КФЗ-69 – автомобиль-тягач с 37-мм противотанковой пушкой. КФЗ-70 – стандартный грузовой автомобиль, транспортер для перевозки личного состава. КФЗ-81 – зенитная установка с пушкой 20 мм. ФЛАГ-38, КФЗ-83, подвижный прожектор ПВО, КФЗ-247, штабной бронетранспортер. Суммарно всех модификаций было построено около 7000 единиц. Далее Krupp L3H63 или H163 выпускался с 1931 по 1938 года.
В 1931 году продукция компании Krupp возглавляла новую стандартизированную трехтонную военную гамму. Первым в ней появился многоцелевой вариант L3H63 с 90-сильным верхнеклапанным бензиновым двигателем и с четырехступенчатой коробкой передач, двумя самоблокирующимися дифференциалами и тормозными гидравлическими приводами на все колеса. С 1936 года выпускалась модернизированная версия с новым 110-сильным мотором, двумя карбюраторами и пневматической тормозной системой. В общей сложности всех машин всех серий было построено около 2000 единиц. Круп L2,5H2,42. Это 2,5 тонный грузовик с колесной формулой 4х2. Было очень много вариаций кабины, и поэтому идентифицировать именно грузовик L2,5 крайне тяжело. На них устанавливались как бензиновые, так и дизельные агрегаты. Круп L3,5 выпускался с 1933 по 1935 года. Также комплектовался бензиновыми и дизельными двигателями. Бензиновый с индексом М142, дизельный с индексом М122. Круп ЛД 6,5. Это 6,5 тонны грузовик с колесной формулой 4х2. Двухосный грузовик комплектовался как бензиновым, так и дизельным двигателем мощностью 110 лошадиных сил. В заключение можно сказать, что во времена Второй мировой концерн Krupp принимал активное участие в вооружении вермахта, за что, собственно, и поплатился на конец войны. 70% производства были разрушены, так как были мишенями союзной авиации, а также в послевоенные годы производство было остановлено, а руководство концерна было подвержено судовым тяжбам и заключению. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Спасибо за внимание.